И всем привет, призраки! С вами, как всегда, я, Гост. Сегодня мы попытаемся получить 150 тысяч звезд розыска. Под прошлой серией, где мы с вами собрали 100 тысяч звезд розыска, вы наставили огромное-огромное количество лайков. Поэтому, как я и обещал, ребята, сегодня мы попытаемся получить еще больше звезд, ровно на 50 тысяч. А также начнется безумный апокалипсис. То есть мы, ребята, с вами посмотрим, возможно ли будет уйти от полиции, когда за нами будут гнаться, наверное, весь город. И плюсом к этому будет наступать периодический апокалипсис. Там торнадо всякие, метеоритные дожди. Короче, будет очень-очень интересно. Ну а вы обязательно проверьте, прожат ли вас уже под этим роликом лайк. И если нет, то обязательно прожмите его прямо сейчас. Мне будет очень-очень приятно. И уже в следующей серии мы с вами посмотрим, что будет, если мы накупим, например, 200 тысяч звезд розыска. И начнется еще какой-нибудь новый катаклизм. Испытаем, кстати, наши бункеры, которые мы с вами покупали огромное количество последних серий, вообще на устойчивость. И посмотрим, смогут ли они нас спасти от такого апокалипсиса. Ну что ж, ребята, давайте будем с вами уже отправляться. Для начала нам нужно будет добраться до банка, где мы с вами устроим ограбление, после которого за мной и поедет полиция, военные и прочие. Кстати, ребята, я надеюсь, что многие из вас сейчас кушают, потому что так будет смотреть намного интереснее. Я вам всем, как всегда, желаю приятного аппетита. Рассказывайте там в комментариях, как у вас дела, чем вы занимаетесь, что у вас нового и интересного. Обязательно обо всем рассказывайте в комментариях. Капец, какой неустойчивый грузовичок, он просто дрифтит. Офигеть, как сильно дрифтит. Не знаю, ребят, получится ли у нас на нем уйти от полиции, потому что у него очень много мощности, но в повороты он прям заходит дрифтя. Ладно, может, так будет даже интереснее. Кстати, многие из вас заметили, что вчера не было ролика. Связано это с тем, что я немного приболел. Вы, наверное, помните с последнего стрима по GTA 5, который я проводил в субботу, что я там уже разговаривал как-то немного простывше. Вот, короче, да, ребят, я чуть-чуть разболелся, но вроде сегодня чувствую себя уже получше, но все равно голос чуть побаливает. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вы наставите огромное количество лайков под этим роликом, чтобы меня поддержать, чтобы я как можно быстрее уже выздоровел. Ну что ж, вот мы с вами и приехали к банку, и прямо сейчас будем устраивать штурм ограбления. Так, погнали вовнутрь. Где у нас охрана? Так, первый готов, отлично. Второй тоже готов. Все, забегаем, ребята, вовнутрь и начинаем все грабить. Все, чувак нажимает на кнопку, и скоро сопреет полиция. Пока что нам дали только 3 звезды, но нужно украсть деньги, которые находятся в сейфе снизу. Так, Франклин, быстрее устанавливай взрывчатку, давай. Нам нужно как можно быстрее пробраться вниз. Взрыв, давай. Почему так долго она срабатывает? Уже полиция при этом нас остановит быстрее, чем мы сами спустимся, скорее всего, и украдем деньги. Так, заложников мы брать не будем, пусть они, если что, сбегают, нас это не интересует. Нам самое главное, это получить как можно больше звезд полицейского розыска и военного розыска. А после этого еще и запустить какой-нибудь из катаклизмов. Например, торнадо там или метеоритный дождь, а может и 2 сразу запустим. Если будет очень легко, ребята, запустим 2 и посмотрим, что произойдет тогда. Так, следующий этап, нам нужно взломать ячейку сейфа. Немножко промазал, отлично. Последнее осталось. Давай, все хорошо. Ячейка взломана. Можем спокойно заходить. Так, дверь давай открывайся. Вот, хорошо. И будем прямо сейчас, ребята, забегать вовнутрь, чтобы забирать все деньги. Только тут, походу, у нас еще одна дверь, да, которую нужно подрывать. Хорошо, что Франклин взял с собой очень много взрывчаток, чтобы все это дело проворачивать. Так, давай взрыв на счет 3. 1, 2, 3. Отлично, забегаем. Так, оружие на всякий случай возьмем, потому что полиция может прийти в любой момент. И забираем все деньги, которые здесь лежат. Кстати, может, мы еще и заработаем в этой серии много денег, если у нас получится уйти от полиции. Такое вполне себе может быть. Неплохо. Чуть больше 3 миллионов долларов мы смогли оттуда утащить. Поэтому, ребята, нужно 100% будет уйти от полиции, чтобы Франклин забрал эти деньги себе. Ну, судя по карте, ко мне даже уже военные вроде как едут. Так, аккуратненько, ребят, выходим. Да, со всех сторон едут военные, блин. Танк! Давай, заводи тачку, быстрее надо сваливать. Оуч, он один раз попал. Так, ребят, поехали быстрее отсюда. У нас 3 звезды военного розыска, капец просто. Так, и еще один танк приезжает. То есть тут мы сразу же, ребят, с вами начинаем с 3 звезд военного розыска, даже без каких-либо ОМОНовцев и прочей фигни. Просто сразу же за нами объявляет самых жестких бойцов в розыск. Я думаю, в скором времени еще и наемники подключатся, хотя мы можем сами их сейчас натравить, если вот так вот постреляем из нашей тачки. Кстати, хорошо, что на ней есть пулемет, он очень полезен будет. Покатаемся немного от военных сейчас, накопим нужные очки снизу, ровно 1000 нужно накопить, и уже за нами будет организована реально крутая и огромная погоня. Я пока что, ребят, не знаю, получится ли у нас вообще уйти от полиции.
это, мне кажется, будет почти Unreal, если честно. Потому что все-таки у нас и метеоритный дождь тут будет, и торнадо. Капец просто. Ладно, пока что все вроде как получается, но посмотрим, что будет дальше. Так, я вроде как накопил все нужные очки. В скором времени за мной должны будут поехать еще и киллеры, головорезы. Оу! Че, блин, было такое? Я, походу, ударился об что-то невидимое. Фиг его знает. Кстати, хорошо, что эта тачка тоже расталкивает все, что видит спереди себя. Вот, например, даже вот в такую тачку, если мы врежемся, она просто улетит, да? На, получи, блин! Да, отлично! Просто отлично! Оу, там уже киборгов за мной, кстати, отправляют. Как весело, блин. У них постоянно в распоряжении есть РПГ. То есть они тоже меня могут обстреливать спокойно. Я-то думал, только от танков придется сейчас уклоняться. И да, ребят, мне также дают еще одну звезду, помимо звезд розыска. Это звезда головорезов как раз-таки. Так что еще и ожидаем их. Знаете, я предлагаю сразу же поставить 5 звезд военного розыска, чтобы мы тут не катались несколько минут, ожидая, когда же нам их навесят сами. Просто сейчас, ребята, будем уже кататься с ними, будем как-то уклоняться от самолетов, которые будут по мне 100% стрелять. О, вертолеты уже летят. Кстати, у этих чуваков тоже есть ракетницы. Блин, да что так много танков-то сегодня? Оуч, это очень опасно было. Ребят, когда есть 5 звезд военного розыска, лучше вообще не останавливаться и не сбавлять скорости. Потому что постоянно обстреливают с воздуха, и есть шанс того, что в тачку попадет там 10 ракет в один раз. Такое уже бывало в прошлой серии у нас. И тачка просто взорвется. Вот такие посты, кстати, вообще запросто будем пробивать. Лучше бы нам выехать куда-нибудь на трассу, как мне кажется, чтобы ехать реально по прямой. Иначе мы 100% не уйдем, если по мне будут попадать вертолеты и самолеты. Вот так почти, ребят, попали, я же говорил. Это самолет, кстати, был. Вот если бы я ехал чуть-чуть помедленнее, то все, мне бы просто ГГ было. Хорошо, что у них хотя бы автонаводки нет. А то если бы она была, мы бы 100% не смогли никак уехать. Короче, отправляемся, ребят, вот в ту сторону. Там у нас будет трасса, по которой можно будет спокойно ехать и расталкивать все, что будет спереди меня, блин. А вы, ребята, пока что еду, предлагайте в комментариях, какие еще видео для вас записать в ближайшее время. Хотите, чтобы я накопил 200 тысяч звезд розыска, например, а? Вам бы было интересно такое посмотреть? Если да, ребята, обязательно дайте мне знать в комментах и вашими лайками. И, кстати, дружище, не забудь обязательно подписаться на мой телеграм-канал, где я каждый день выкладываю интересные новости о себе. Всякие темы эксклюзивные. Блин, пожалуйста, пожалуйста, переворачивайся, поехали. Все, хорошо. Вот, дружище, там очень много крутого контента, который ты не видишь на ютубе. Так что обязательно подпишись, у нас там также есть беседа, где я со всеми общаюсь. Нифига, я танк откинул. Повезло, что вертолет сейчас промазал. Сколько эта тачка урона сможет вытерпеть? Я надеюсь, что много. Так, пока очень везет. Пока не попадают. Надо как-то оттуда выехать, давай, 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 быстрее. Оуч! Сколько сейчас дэмэджа влетело? У меня, кстати, уже здоровья не так много получается. Ох, уже чуть-чуть все равно здоровье мне сняли. Если дальше будут так попадать, то я рано или поздно умру, потому что, ребят, у меня нет бессмертия, если что. Давай, разгоняйся, тачка! Я вот только не подумал, что тут будут танки в огромном количестве на трассе. Все, начинаются метеоритные дожди, ребята. Все, теперь нам точно лучше не останавливаться. Как тогда вперед надо и при этом уворачиваться от камней, которые будут на нас падать. Хотя, кстати, эти камни могут позбивать все вертолеты, если нам повезет. Ну, мне в такой сценарий не очень сильно верится, но хотелось бы, чтобы такое реально произошло. Так, танки, отойдите, пожалуйста. У меня сейчас другие проблемы и без вас. Тачку ОМОНовцев сталкиваем. Блин, пока что вроде, ребята, все получается, честно говоря. Я думал, будет даже похуже, но нет. Мы спокойно уезжаем от полиции метеоритного дождя. Еще и от военных, и от наемников. Полный капец же происходит. Надо будет, короче, где-нибудь укрыться. Я не знаю, ребята, попробуем какое-нибудь место отыскать. Давай, давай, набираем разгон. Капец, какие большие метеориты иногда падают. Если такой в меня попадет, то... Ух, меня уже ничего не засейвит. Давай, что-то от тачки там уже отлетает у нас. Капец просто. Так, набираем, набираем скорость. Хорошо, можно еще вот так вот обстреливать военных, которые есть спереди. Блин, танк! Прыгаем! Отлично! Перелетаем его и обратно на дорогу! Давай, гоним! Капец, какой эпик происходит! Так, у нас тут еще тачки. Тут же их перелетаем. Хорошо, блин! Можно, кстати, даже прыгнуть в воду. Давайте так и сделаем. А почему разгон не набрался? Прыжок! Вот сюда! Хорошо! Просто, ребята, падаем. Падаем сюда вниз. И сейчас можно будет ехать по болоту. Вертолеты меня пытаются застрелить. Давай сюда. Надо от вертолетов спрятаться сейчас хотя бы. Если мы спрячемся от них, у нас будет немного времени для того, чтобы сконцентрироваться и поехать уже куда нам надо. Вот сюда, ребят, гоним. Блин, почти на меня упал. Все, 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 поехали, поехали.
Да почему тачку так переворачивает? Она вообще какая-то максимально неустойчивая, если честно. В прошлый раз, когда мы с вами брали тачку, она была практически такая же, но другого цвета, немножко с другими функциями. Эта машина почему-то постоянно любит перевернуться. Так, еще минус КП. У меня уже нет больше половины здоровья, а мы даже половины пути еще не проехали. Ой, что-то мне, ребят, подсказывает, что невозможно от такого количества звезд уйти. 100% нас сейчас грохнут, короче. Еще эти метеориты, блин, прыгает тачка. Хорошо, ребят, мы с вами хоть смогли перелететь. Да капец, что происходит? Сейчас еще минус КП будет. Мне надо их очень сильно беречь. Так, погнали вовнутрь сюда. Тут хотя бы немножко мы с вами передохнем от всего этого. Хух, постоим чуть-чуть, постоим, ребят. Реально, нужно собраться с мыслями, куда мы едем дальше. Посмотрите, сколько вертушек надо мной прямо сейчас. 150 тысяч звезд розыска, ребят. Ну, похоже ведь на это, да, если учитывать еще метеориты. Мне кажется, очень похоже. Так, танк, отвали, пожалуйста. Мне надо проехать тут как можно быстрее. И куда-нибудь будем сворачивать, ребят. Я не знаю, может быть, отыскать какой-нибудь из наших бункеров, что ли, а? Где еще можно спрятаться-то от них? Я просто не представляю, их очень много здесь. Ладно, поехали в эту сторону. Да что такое-то? Я эту штуку не могу пробить, серьезно! Блин, еще минус ХП. Еще минус ХП. Так, надо быть очень внимательным, надо быть очень аккуратным, потому что я не могу останавливаться на месте, меня точно так разберут. Ну-ка, секунду! Это же тот самый дом, в котором мы купили один из бункеров! Может быть, прямо сейчас его испытать? Мне кажется, другим способом я просто не уйду отсюда, меня 100% убьют, поэтому, ребят... Давайте выходить и прятаться в этом доме. Давай, Фрэнки, быстрее выбегай. Оуч, я надеюсь, бункер здесь. Давай, Фрэнки, вставай. Ребят, надо быстрее посмотреть, да, он тут. Все, хорошо. Мы сможем скрыться, 100%. Мне интересно, что там с нашей тачкой. Ну, ей вообще капец уже. Она полностью уничтожена практически, нету дверей. Короче, мы вовремя сюда заехали, реально вовремя. Я мог погибнуть уже в ближайшие минуты. Я не знаю, стоит ли уходить вовнутрь. Да, походу, стоит, оуч. Мало здоровья. Так, Фрэнки, давай, 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 дружище, поднимайся, пожалуйста. Нам нужно дойти до спуска вниз. Если меня сейчас вот убьют так, будет, конечно, эпик фейл. Так, побежали. Все, ребят, спускаемся вниз. Спускаемся, блин, вниз. Вот сюда. Отличненько. Тут меня уже точно никто не достанет. Тут я должен буду скрыться и все это дело спокойненько переждать. Хух, капец просто, ребят, реально капец. Вы посмотрите, какая жесть происходит на улице. Сколько здесь вообще тачек? Половину из них уничтожило метеоритами, кстати. Вертолеты тоже все сбивает. Офигеть, блин, самолеты валяются. Чё творится? Это просто один из самых опасных и жестких выпусков за все последнее время. Серьезно, ребят, такого эпика мы с вами не видели давно. Хух, 150 тысяч все-таки, ребят, звезд военного розыска вместе с метеоритами. Это, конечно, безумно. И выжить без бункера невозможно в такой хаос, если честно. Я, кстати, даже сюда выйду, меня, наверное, будет задевать. Я просто видел, как будто взрыв проходил через потолок, как мне показалось. Хотя нет, мы даже здесь, кстати, живем. А меня уже начинает терять полиция, как вы видите. То есть мы можем спокойно дальше здесь скрываться, и все, меня потеряют со временем, потому что звездочки мигают. Они не могут понять, где я нахожусь. А мы тем временем просто, ребят, будем с вами сидеть тут на чили, на расслабоне, ждать, пока все это закончится. Ну чё там, где полиция? Покажитесь. Вот они стоят, вообще ничего не понимают. Их метеориты тут долбят, блин. А они стоят и ждут, когда я появлюсь. Сколько они меня вообще так ждать будут? Наверное, очень долго, потому что это все-таки 150 тысяч звезд розыска. И, скорее всего, они тут проведут очень много времени, ожидая меня. Так что я, пожалуй, где-нибудь пролягу здесь вот на кушеточке и спокойненько себе почилю, подожду, пока все закончится. Ну-ка, подожди. Я только сейчас заметил, что у меня пропали звезды полицейского розыска. А военного не исчезают. Это что значит? Невозможно уйти от такого огромного количества звезд? Походу, ребята, они будут меня тут ждать бесконечно. Да ну нафиг. Как такое вообще возможно? Вот это, конечно, ребята, просто фейл. Я, походу, теперь навсегда остаюсь в этом маленьком доме. Метеориты продолжают падать, а военные никуда попросту не уезжают. И уже тем временем наступила ночь. Ну вот так вот мы с вами, блин, заработали 3 миллиона долларов, которые украли из банка, но потратить их уже 100% никуда не сможем. Короче, ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы хотите посмотреть, что будет, если мы накопим 200 тысяч звезд розыска, и плюсом к этому еще и многие другие апокалипсисы будут происходить,
то прямо сейчас поставьте лайк под этим роликом. Конечно же, подпишитесь на канал, чтобы вступить в семью призраков, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Я вам всем желаю удачи и, как всегда, жду завтра на новом ролике. Всем пока-пока-пока. Пока!